В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации традиционная елка главы Ленинского городского округа пройдет в заочном формате. К сожалению, дети не смогут попасть на праздник, однако без подарков никто не останется. Обычно елка главы проходит во дворце спорта «Видное». На нее приглашают детей сотрудников предприятий и организаций муниципалитета. Ребят, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. В зале всегда собирается около 3000 человек. Для ребят устраивают интерактивные конкурсы и мастер-классы, после чего начинается сказочное представление. На этот раз спектакль смогут посмотреть не только приглашенные, но и все зрители нашего телеканала. Запись представления прошла в минувшие выходные. А покажем мы в эфире главную елку муниципалитета 25 декабря. В протяжении всего дня, от начала репетиции до финального показа, сотрудники телеканала «Видное ТВ» принимали активное участие в подготовке и техническом сопровождении мероприятия. Дедушка Мороз, тебе видно? Это кого? Твой... Камеру видно? Говорит, да. Красный огонечек, видно? Видишь? Вижу. Вот туда и будешь говорить. Администрация Ленинского городского округа подготовила более 11 тысяч сладких подарков, в том числе для детей из малообеспеченных и многодетных семей.